Приступим к дефектации телефона Honor. Мы его разобрали. Телефон после залива. Сейчас посмотрим, куда прежде всего попадает вода. Ну, этот телефон экстремально утоплен, уронен в тазик с водой. Но сразу его достали, потрясли, и он еще пару дней работал. Потом перестал включаться. Смотрим. Вот наша тушка с экраном, с аккумулятором. Так, аккумуляторный разъемчик смотрим. Так, сейчас я свет направлю. Видите, есть окислы. Так. Второй разъемчик смотрим. Тоже есть окислы. Экранные разъемчики смотрим. Так. Сначала с верхней стороны. Вот налетик есть немножко, полосочка. Хотя нет, это не налет, это просто полоска, по которой надо задвигать их. И с другой стороны смотрим. Так, сначала давайте вот верхний покажу. Вот верхний. Прошу прощения за маникюр. Видите, окислы есть между второй, третьей, четвертой. И следующий, нижний. Получается, резкость навести. Сейчас, может, на белом фоне как-то. Вот здесь, ну, чуть-чуть налетик есть, но это практически ничего. Так, блочок с динамиком чистенький, здесь и нет ничего практически. Так, нижний блочок, где зарядная, сейчас я свет сделаю, как видите, тоже чистенькое все. Антенка чистенькая, около зарядочки. Все чистенько, все хорошо. Так. Смотрим камеры. Смотрим камеры. Мне уже стыдно ногти совать под экран. Сделаем вот так вот. Так, чистенько все. Так, второй разъемчик, вторая камера. Так, ну, чуть-чуть вот есть слева немножко, но это ерунда, все это протирается. Даже
Ультразвуковая ванна здесь не нужна. Так, теперь смотрим плату. Так, смотрим платку. Сразу около верхнего разъема экранного что-то есть видно. Сейчас покажу покрупнее. Пардон. Тренога качается. Вот, вы видите, вот, около разъема экранного бяка. Дальше. В районе камеры, вот видите, так. Вот около разъема аккумулятора гадость. Так, и вот около вот этого разъемчика тоже. Сейчас покажу. Здесь без ультразвуковой не обойдешься. Так, с этой стороны вроде все чистенько, но здесь одни экраны. Давайте ради хохмы снимем один экранчик, посмотрим. Берем тоненькую отверточку. Вот этот один единственный экранчик, он, видите, вот, вот он снимается. Вот. Вот так вот легонечко его. Самое главное не гнуть. Вот. Вот. По краешкам приподнимаем. Вот он снялся. Так, что здесь? Да вроде чистенько все. Вроде все чистенько. Единственное, вот здесь вот что-то такое, как будто влажное. Ну, протрем, это не проблема. А, и термоклей надо будет. А, вот влага, вот видите на микросхеме. Вот она. Влага снимается. Сейчас покажу, если видно будет. Может, в отраженном вот так вот. Так, больше ничего у нас не снимается. Ну вот, основные дефекты мы увидели. Сейчас отправим все это в ультразвуковую ванночку. Включаем мою любимую ультразвуковую конструкцию китайского происхождения. Кладем сюда наши подпорченные водой разъемчики. И платки заливаем спиртиком. Немножко. Я сразу на максимум включаю на 50. Для экономии спиртика. Процесс пошел. До конца я жужжание снимать не буду. Потом, когда закончится, продолжим. Пока она заканчивает, покажу,
как почистить вот экранные разъемчики, они у нас окисли чуть-чуть. Просто-напросто ватку со спиртом берем, вот так палец подкладываем и вот так вот круговыми движениями вот так вот. Вот так вот ватку со спиртом снимаем. Вначале видели, какие они были. Вот смотрите, что получилось. Сейчас я сниму. Вот один. Вот. Чистенько. Аккумулятор не чистит сложнее. Так скажем, спиртом особо не потрешь, но все равно придется потереть сначала спиртиком. А окис, он не такой сильный. Сначала снимаем заточенный спиченкой. Вот так вот. Прям с усилием вот так вот сбиваем его. А потом берем иголочку. И вот так вот между ножек. Вот так вот. Вот. Прием. Убираем окис. Конечно, процесс дальнейшего окисления мы вряд ли убьем. Но кто его знает. Точно так же и на этом. Сначала спиртиком. Вот, ванна перестала. Остановилась спиртиком. Потом спиченкой счищаем. И между ножек вот так вот иголочкой. Вот эти ножки вот в серединке здесь сожрало. Так что, может быть, и подпаивать придется. Но хотя контактик есть. Вот видите, есть контактик. Может быть, заработает. А так чистенько, все нормально. Так, смотрим, что получилось у нашей родной ванночки. Так, из розеточки выключим. Крышечку снимаем. Так, шлейфик. Ой, какой теплый спиртик. Шлейфик вытаскиваем, просто кладем сохнуть. Ух ты, какая горячая. Так, смотрим. Смотрим. Крышечку положим вот так. Крышечку. Салфеточку. Все равно сейчас спирт испарится. Здесь достаточно теплый, он быстро испарится. Так, это что за чернота? А, вот, окислилось даже железо. Вода попала, видимо, здесь уже ничего не сделаешь. Так, не очень заточенной спичкой. Полирнуть вот так вот. Так. Здесь. Ну, здесь влажность пропала. Это пускай сохнет. Так, здесь все было нормально у нас с этой стороны. Переворачиваем вот так вот. И смотрим. Вот смотрите. Во-первых, около разъема питания. Помните, какая гадость была. Так, наводим резкость. Видите, вполне приемлемо. Мы, конечно, сейчас спиченкой почистим это место. Дальше. Вот где-то вот здесь вот было еще, да? Вот здесь вот сейчас резкость наведем. Вот, тоже чистенько достаточно. Так, вот здесь вот между... Вот тут между экраном и разъемом
Щели окисл был сильный. Смотрим, что. Вот, видите, хорошо сошло. И около вот этого разъема плохо было совсем. Ну-ка, ну, чуть-чуть серенькое осталось. Но это мы сейчас... Во-первых, надо дождаться, пока высохнет, чтобы... Потому что мокрые окислы тоже не видны. Так. Ну вот, видите, сухо уже. Вот, смотрите. Около разъема питания. Чистенько. Вот здесь вот. Видите, хорошо, как чисто, хорошо получилось. Так, около камеры вот здесь вот плохо было. Ух ты, чуть-чуть налетик остался, но это уже счищаемое спичкой. Так, и вот здесь вот около верхнего разъема. Ну, прогресс виден. Так. Ну, теперь по старинке. Надеваем вот такой вот бинокль. Лупу вот такой вот на глаза. Глазки уже, конечно, не те. Поехали чистить. Вот наши основные инструменты. Это заточенная спичка. И иголочка. Так, здесь чисто, вот здесь вот чуть-чуть. Вот смотрите, что получилось после спички и иголочки. Сейчас. О, плохо видно. Сейчас. Так вот поверну. Вот здесь вот. О, видите, как чистенько под надписью. Ну... 0,21,91,7C8. Вот, видите, группа деталек. Все чистенько. Так, теперь вот здесь вот, около разъемчика экранного. Видите, чуть-чуть осталось еще налета. Сейчас почистим. Сначала заточенной спичечкой. Нажимать можете не стесняться, потому что если деталь откисла совсем, лучше пускай она отвалится, и вы сразу поймете, что без толку здесь ее беречь. Так. И иголочкой. Иголочку выбирайте такую, чтобы она проходила вот между двумя самыми маленькими детальками. Вот видите? Вот. Вот. И вдоль, и поперек. Как угодно. Она везде проходит. Ну вот. Смотрите, что получилось.
около нашего разъемчика. Ну, а вот видите, вполне чистенько. Отлично. Так что теперь будем собирать и смотреть, что получится. Хочу вам показать, что происходит с термопастой после обработки в ультразвуковой ванне со спиртом. Вот смотрите. Я прям отверточкой возьму. В принципе, вот эта розовая термопаста, она не теряет своих свойств. Вот видите, смотрите сейчас. Видите, она вот такая же густенькая. Я ее вот в кучку соберу вот так вот, чтобы она при надевании крышечки плотненько распределилась и легла. Вот эту, в принципе, можно заменить, наверное, потому что, ну, она уже какая-то не очень. Я ее счищу. Положу обычную серенькую компьютерную. Так, и вот здесь вот тоже под крышечкой, если вы помните, вот так вот. Вот была паста. Вот сейчас посмотрим, насколько она сохранилась. Ну, так скажем, в принципе, можно и пользоваться. Она так хорошо лепится. Вот так вот сейчас мы ее распределим, чтобы она на микросхему легла нормально. Вот. Вот так. Все. Из уголка можно выкинуть. Чтобы определить, высох спирт или нет, вот сильно сюда дуньте прям. И если не будет видно брызгов, то значит спирт высох. Так можно несколько раз думать. Ну, пока собираем, он 10 раз высохнет. Так. Так вот. Аккуратненько надеваем. И защелкиваем. Вот. Все. Аккуратненько. Легло. Так, вот эту тоже, наверное, лучше счистить. Почему-то внутри она лучше сохранилась, чем сверху. Видите, сыпется. Берем наш любимый спиртик. Так. Здесь все нормально. Здесь все чистенько вроде. Так. Где наши камеры? Вот камеры наши. Так.
Это вот S. Это у нас вторая камера. Вот так вот она. Так, здесь. Нет, вот термопасты не было. Раз. Вот, все. Четко. Все четко. Так. Этот мусор можно стряхнуть. Так, и поехали собирать. Поехали собирать. Это тоже сотрем сейчас. Для начала давайте попробуем надеть вот эти разъемы. Это самое сложное, я думаю, будет в нашем процессе. Термопасту потом мы сюда подлезем и нанесем. Два. Раз, два. Раз. И второй. Раз. Вот, вставили. И надо сделать, как было. Тут скотч, самоклеечку, вот это вот сейчас вернем назад. Так, так. Вот так вот. Теперь нам надо термопасту положить. Так, резко сейчас. Ну-ка. Чуть-чуть покрупнее. Это можно приподнять. Вот так вот. Открываем термопасточку и аккуратно, только не дергая, вот сюда кладем. И вот сюда немножко. Вот так вот. Теперь разъемчик убираем и аккуратно, чтобы вот эта камера попала на место. Вот эта вот камера. Здесь камера, чтобы она попала в свой резиновый чехольчик. Так вот покачивая. Покачивая, добиваемся, чтобы плата легла на место. Это нам мешает. А. Это надо попасть. Сейчас.
Вот. Все. Отлично легло. Не знаю, видно вам или нет. Вот эти вот шлифики экранные. Надо вставлять так, чтобы вот... Видите полосочку? Чтобы вот эта полосочка четко по краю разъема была. Вторая тоже, видите, четко по краю. Это значит, шлейф вставлен правильно. Так, опустили. Теперь берем наши белые винтики. И начинаем их закручивать. Так, сейчас закроем термопасту. Термопасту я пользуюсь вот такой вот. Так. Где моя любимая отверточка? По закону плотности не магнитит. Ну ничего страшного. Конечно, лучше бы магнитную сейчас, если бы у меня магнитная была. Вот. Она хоть и плоская, но я специально заточил ее вот так вот под конус, чтобы она
Вот моя ошибка. Вот моя ошибочка. Антенный кабель приезжал. Значит, так.
Вот, вспомнил, как экранчики стояли. Вот аккумулятор надеваем, антенку надеваем и выравниваем, чтобы она не торчала вот из своих пазов. Вот, ровненько кладем. Вот она. Теперь зацепляем вот так вот. Вот здесь вот есть щелка, куда входит вот этот вот. Вот здесь вот есть щелка, куда входит вот этот вот загиб. Так вот раз с него. И одна сторона, вот здесь, видите, вот квадратик. Здесь как раз в корпусе металлическом вырез под этот квадратик есть. Вот он четко сюда встает. Крепим белым винтиком. Вот белый винтик. Так. Вот здесь вот детектор, вот сюда вот подключается детектор отпечатка пальцев. Так, кажется, ну-ка, окислился разъем, я забыл проверить его. Смотрим. Нет, все чистенько. Все нормально, все чистенько. И, соответственно, единственное, наклеил вот тут скотч. Чуть-чуть надо вот сюда сместить. Вот так вот. Вот. Так, вроде ничего не забыли. Так, значит, осталось у нас 4 беленьких винтика. Вот 4 беленьких. Соответственно, раз, два, три, 4. Все, отлично. Значит, закручиваем. На камере магниты.
Отлично. Теперь мы надеваем детектор пальчиков. Точнее, откручиваем сначала тот винтик. Под него будем заправлять вот тот держатель. Надеваем шлейф детектора пальчиков. Надели. Все красиво. Теперь аналогично вот этому экранчику. Вот этому экранчику вставляется, и это сначала зацепляется вот сюда вот. Так вот. Вот. Так, теперь собираем низ. Берем блочок с нашим динамиком. Надеваем шлейф. Так. Здесь везде есть направляющие столбики, так что не промажете. Это все. Этот бачок прикручивается черными винтиками. Так, по закону подлости одного винтика как раз не хватило. Окей, ну это ерунда. Самое главное, вот эти два закрутили вот здесь вот контакты.
Куда же? Ну, ничего, это не проблема. Так, а вот этот я затянул. Нет. Чуть не собрал. Все надето, все проверено. Так, кнопочки чистенькие, все нормально. Клеечки на месте. Все нормально. Сборка идет задней крышки следующим образом. Вот так вот лучше со стороны кнопочек сначала надеть. А потом по кругу защелкнуть. И заканчиваем тем, что вкручиваем вот эти вот два последних винтика. Вот сюда вот. Вот сюда и вот сюда. Они тоненькие, их ни с чем не перепутаешь. Ну, как вы поняли, что по закону подлости здесь звездочка наша любимая. У меня где-то она есть. Теперь ставим на зарядку телефончик и будем пробовать включать.